Всем привет, меня зовут Наташа Краснова, гостья форума Woman.ru спрашивает, как найти спонсора для поездки на море? Очень хочется выбраться на отдых в приятной компании, но ни средств, ни подходящего человека нет. Где таких найти? Ну, смотрите, гостья форума. На самом деле, если вы напишете на любой сайт знакомств, напишите «Я красивая, интересная, молодая девушка, хочу составить компанию состоятельному молодому человеку, который отвезет меня на Мальдивы», обязательно найдется несколько мужчин, которые согласятся на таких условиях отвезти вас на Мальдивы. Но проблема ваша в том, что вы хотите провести этот отдых в приятной компании. Ну это что за сделка такая? Так не делается. Ну то есть он платит вам деньги, и вы должны предоставить ему приятную компанию. Он вам ничего, кроме денег, не обязан, понимаете? А так вы просите от него, ты, пожалуйста, заплати мне деньги, свози на моря, обеспечь мне приятную компанию, чтобы мне было приятно. А вы-то что ему дадите? Ну, то есть, каков ваш ресурс, что вы ему даете? Свою великолепную женскую писю? Вы понимаете, это все очень сильно попахивает эскортом. И если бы у меня был такой выбор, я бы отдохнула скорее у себя на огороде в Челябинске, чем с каким-то посторонним мужиком на Мальдивах. Вот и все. Интернет для женщин, Woman.ru.